У меня в вентиляции вот там находится голубь, который туда забрался либо погреться, либо просто пасть героической смертью. Сейчас мы будем его оттуда доставать, и я просто хочу посоветовать всем, кто столкнулся с такой же проблемой, я знаю, таких людей немало, что нужно делать. Во-первых, вы должны предохранить ваши глаза, чтобы вам птица их не выклевала. Вы обязательно должны одеть какой-то намордник, чтобы вам не посыпалась различная пыль, грязь, какахи, перья и прочее дерьмо. Я вооружу шуруповертом, чтобы оперативно откручивать эти штучки, вот, перчатки для того, чтобы не поранил меня своим клювом и ногтями. И сейчас мы будем его доставать. Грёбаная птица. Так. Очень много мусора. Видимо, он там шебуршился. Так, вам придерживаю лестницу, я не знаю, как это. Попытаюсь я его. Так, вон он сидит, голубчик. Сейчас я его попробую достать. А он туда дальше улез. Ага, вон он там сидит, урод. Так. Я даже не знаю, что сделать, а? Так. В интернетах закидывают туда всякие тряпки, в которые он забирается. Тряпки. Я его сниму, во-первых. Там есть камера? Свет. Ну, еще. А, ну хер его знает, честно говоря. Должна она автоматически включаться или нет. Так, ну вон он там шебуршится, сволочь. Наружу вылезать не хочет. Вот он появился. Ноги его. Отлично. Так. Ярлык я попробую его рукой достать. Клеваться же сейчас будет, сволочь. Надеюсь, моя куртка. Да, нет. Так, Рома, он не хочет сам выходить. Давай-ка мне палку-погонялку. Аккуратно. Зеркало. Мерзкая тварь. Так или иначе попадет. Ага. Вот я его. Ну давай, блядь, голубоёб, выходи отсюда. Так, ну что, мы столкнулись с проблемой. Палка-погонялка заставляет его лезть вверх. Какие у нас все варианты? Что можно кинуть быть? Туда тряпку, потом подождать и вытащить ее, его за эту тряпку, не заглядывая туда, чтобы он не ожидал того, что земля начнет двигаться, и тянуть его к выходу. Может, он на это пойдет? Ну, в интернетах пишут, что пойдет. Так, давай посмотрим. Где он там, во-первых? Сука. Он туда куда-то. Он залез на какой-то насест, который находится вот здесь вот. Под этой. Давай. Так, а если я сейчас дезодорантом туда пшикну? Это как-то поможет делу? Ну, подозреваю, что вряд ли. Никак не поможет, да, ты считаешь? Ну, судя по тому, что он там, говоришь, несколько дней, у него там особо не должно быть сил метаться, там, не знаю, бегать, прыгать и так далее. Давай. Как тут у меня столько сил там сидеть? Что делать-то, а? Ну, давайте попробовать последовательно все меры, какие приходят в мое сумасшедшее сознание. Значит, сначала мы попробуем туда пшикнуть дезодорантом.
Возможно, ему станет некомфортно, и он оттуда вылезет. Пока никакого дискомфорта он не испытывает. Надежно сидит там. Так. Не, запись. Вот начал пищать. Начал пищать, да? Может добавить огня туда? Это будет как-то жестоко, мне кажется, да? Если мы попытаемся сделать фрайд голубь. Что еще мы можем сделать? Было предложение воспользоваться так называемой тряпкой. Ну, можешь поискать тряпку похуже и побольше, подлиннее. Тут что-то маловато. Слышишь, как он там пищит, да? Слышу. А, он сейчас пытается забраться по отверстию этой штуки, но ему это не удается. Хорошо. Дотянуться я до него не могу чисто физически, не хватает просто роста и длины руки. Так, ты хочешь попробовать? Ну давай попробуй, ладно. Попробовать хочет, да? Ну давай, попробуй ты. Я тебе буду там пиздаем. Нет, дай тебе намордник. Думаю, что не нужен. Намордник, думаю, обойдусь. Тряпку. Давай. Ты его видишь там? Да. Возьми, дай тебе фонарик. Фонарик нужен? Да, нет, не нужен. Так, он ловко лезет наверх. Изображает из себя Сильвестра Сталлоне? Ждем, да? Вот, друзья, во что может превратиться ваша ванная после таких манипуляций. Обратите внимание, что я подчеркиваю, что ни служба МЧС города Мытище, ни ЖЭУ, ни санэпидемстанция отказались помогать в этом вопросе. Они сказали, что они спасают только людей, они не занимаются такими вопросами. Вот. Поэтому, как вы видите, мне приходится самим пытаться достать этого голубя из вентиляции. Хотя на улице Мира, дом 6, в городе Мытище Московской области, должно находиться обязательно какое-то управление, которое должно такими вещами заниматься. Но нам сказали, что это не их вопрос. Хорошо. Вот, мы сейчас пытаемся решить его самостоятельно. Ну, я предлагаю сейчас подождать немножко на кухне, пока он там перестанет бояться и подвылезет. Ну давай, подождем. Выключай тогда камеру. Нажми на стоп.